Каждый четвертый пожар в республике происходит из-за неосторожного обращения с огнем. Только в Лидском районе с начала нынешнего года по этой причине погибло 9 человек. Данная акция продлится до 30 ноября и будет включать в себя 4 этапа, в рамках которых работники министерства будут встречаться с трудовыми коллективами, студентами СУЗов, и финальное мероприятие проведут в местах массового пребывания людей.